Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании RS на цоколь HB4 серия Pro, температура свечения 5000 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной коробке компании RS. Внутри у нас находится инструкция со схемами подключения и характеристиками комплекта. Также два блока розжига имеется Slim стандарта, небольшие вот такие вот. Блоки розжига выполнены из металла, полностью герметично заклеены, пыли, влага защищенные. Мощностью 35 Вт и подключением на 12 Вольт. Подключаются они с помощью вот таких вот разъемов к лампам. Также в комплекте имеется два двухсторонних скотча для монтажа блоков розжига, подкапотное пространство нужны они. И также две ксеноновые лампы, защищены они пластиковым вот таким вот корпусом, колпачком, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются сугубо на 12 вольт через вот этот вот разъем. И также блоком розжига ведут три коннектора. Каким образом подключаются они блоком розжига, мы сейчас и посмотрим. Так, в принципе, подключения ничего сложного нету. Все очень плотно подключается вот так вот. Второй и третий коннектор также подсоединяем. Ну и осталось подключить только питание 12 вольт, что мы сейчас и сделаем. Вот. Подключаем минус и подключаем плюс. Лампа у нас загорается в течение нескольких секунд. Набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы все очень яркие, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно откорректировать фары, дабы они не слепили встречный автомобиль. Цветовая температура свечения полностью набрана. Как мы видим, световой поток идет чисто белого света. В принципе, как и заявлено производителем. 5000 кельвин. При покупке на комплект распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.